Никто. Хороший контент. Тоже нормально. Но научитесь у Мимика, вот Мимик не комплексует со своей... О, там кот был на заднем фоне, там был черный кот, там сидит кот, о, капец, концов. А Мимик такой, да. Я красивый, и присылает фотку. Я красивый. Я урод. Так я и сам включил вебку потом. Нет, я не спорю, с тобой проблем нет. Но тут есть всякие Олеги. Олеги, да. Я урод. Я бы сделал типа видео, Игорь лежит в трусах 10 часов, и там просто нарезка 10 часов, как Игорь лежит. Просто зацикленный. Тупо мой выходной. Да-да-да. Как проходит выходной Игорь? Фиолетовая губка, капец. Вот это моет посуду прям вообще. Тщательно. Делает фистинг, по сути. Фистинг кружки. Кружка официально выебана. Погнали дальше. Оу-оу-оу. Налил свежий кам. Все, начал. А, в смысле? Давай, интенсивнее. Давай, интенсивнее. Да, давай, давай. Отшарь ее по полной, давай. Ну, капец, какая прелесть. О-о-о. Капец, она такая... У нее такое лицо... Морда у нее такая, типа, несчастная. Вообще, как будто... У меня у моей кошки такое лицо вот примерно похожее, но оно еще более такое, прям грустное. Капец. Вот смотришь на них и в депрессии по жизни. Реально девочка 14. Смотри, что ты делаешь, Влад? Смотри, что ты делаешь? Не при людях. Не при людях. Только не при людях. Так, стоп, у нас так не принято. Я забыл камень... Ой, микрофонов. Кам. Все уже камень. Ну мы поняли, Он выключил воду. О, нет. Он потирает руки. Он убил кого-то. Нихуя захуярил Мишу. Он хотел спрыгнуть с окна. О, не... Да, Распайл, он сейчас сесть в воде. Квантов, что ты сделаешь? Что ты делаешь с раковиной? Нет, кажется, ты снова не сделал. Раковина. Ой, она такая милая. Единственный слой. Капец. А в итоге я сделал им эмодзи из мимик. Он только... Все, хорошо, все. Все, хорошо. Я сексуально моргаю. Я сексуально моргаю. Пизда. Я послышал, я сексуально рыгаю, ну ладно. Скажи, сука. Она в шоке. Хозяин, ну так, заставляет меня выступать перед камерой, когда ты такой богатый публик. Черт, я что, ты проститутка? Вот сам раздевайся. А моя кошка меня любит только тогда, когда она говорит. А я могу. Я это еще выкладывать буду. Ты че тупо? Ты ж куда пошел? Хочешь другого? Капец, это румтур от Квантура. Капец, не румтур. О, портфель, капец. Бум. Вот это переход. По карьерной лестнице. Она тебя не любит. Она не хочет. Реально. Она тебя ненавидит. Да, она реально тебя ненавидит. Она прям от любого прикосновения такая, пошел нахуй. Из этого разряда прям кошка говорит. Она ест. Наезд. Он готовит? Это что, кукинг-стрим? Готовь что-нибудь. Квантов, ты умеешь готовить? Я нихуя не умею. Только бутерброд могу себе сделать. Сейчас такой убирает, короче, убирает как телефон, и там уже такой хлеб лежит. Готов. Чудеса готовки. О, он камеру взял. О, яйца. Яйца. Яйца! Капец. Ну-ка. Об голову, Квантов. Три яйца аномальная какая-то. Это курица. Ты что? Ты псих? Ты курица? Он курицу взял, он псих. Он убил курицу? Там были дети. Да, убил курицу и запечатал в полиэтилен. Убийца, о, все. Убийца. Мне кажется, у него нож грязный. Знаешь что? В говне каком-то, в земле нож. Неужели Квантур это Орст Сергей? Реально, он курицу... Квантур, ты Орст Сергей, капец, ты его гайды по курице посмотрел? Все, ты сейчас будешь готовить курицу, как прям Сергей это делал? Квантур, можно я тебя буду называть Сергей? Ой, Обломов. Тем временем кошка, блин, пиздец. Хозяин заебал, сука, хочу умереть. Капец, нога Квантур. Да, я в трусах. Зайцев плюс один, это такая поносная дичь, но Орст. Ну, у нас, в принципе, ролики также. Поносная дичь. Антон. Капец, куда он в мусорку хочет ее выкинуть. Нарезать. Пожарить. О, не шаурма. Нож бери. Он хочет приготовить кошку. Бля, он уронил кошку. Кошка убежала в страхе.
Кошка запачкалась, все, они изобильные. Реально. Чисто святой. Я белый. Это я типа белый, ты не понимаешь. Что произошло? Еще раз, я не могу отмотать. Ты белый? Кто там убежал? В смысле, это брат был Квантер? Это брат Квантер. Ну, уродина. Эхо. Я хочу увидеть эту скотину в лицо, покажите. Дурак. Удалите высший разум, пожалуйста. А у вас этого нету. Ну, у нас снимается. Ой, ё-моё, пластиковый дилд. Это что, левая перчатка? Это не масло, это вода просто. Пошел делать фистинг, брат. Вода? А ну, иди сюда, ты пидор. Надо леща, леща дать надо, леща. Леща, реально. Леща дай. Ну ладно. Алексей, а вас как? О! Это что? Развлечение в латексных костюмах? О, насилие, переведи! Пора пожарить математику. Отжарить математику. Математичку. Ладно. Ты помнишь ролик Квантер был постраничный? Там человек бросал увлечение настоящих... Открывай. Увлечение настоящих мужчин. Машины. Стой, Квантер. Писи? Писи? Блин, ЛГБТ учебник. У него биология. Начинается контент. Или это фит? Блять, поднимается хуярно. Он ударил тебя! А, это фит. Ну, вылез. Молодец. Давай, давай, ура, давай, давай. У меня колонка упала. Это что, монета? Вы понимаете, вы радуетесь избиению биологии, как вам не стыдно? Там погнал. Мы наблюдаем отчаянный матч, поэтому... Как его, по гольфу или по хоккею? Ладно, я выиграл. Ладно, я... Распороть! Нет, нет, не делай этого, ты что ты? Он ему живот спарывает! Боже... Как ему не стыдно. А впрочем, так стоп, напротив дома Квантера дом Игорь? Ассэмали. Ладно, это тонко. Капец. О. Так и смешно. Я тоже. У меня только одна сосиска осталась и все. Одна сосиска, это я на моё. Ок. Я хуй без сори доедаю. Я хуй. Сейчас, Алексей, подожди, вы на хуй торт. Что ты делаешь? Квантер, что он делает? Он избивать брата идет? Убил муху. Такой звук классный. Сделай, короче... Квантер, а ты знаешь, типа, мем с детьми, когда доплавленный сыр детям в лицо кидали? Можешь так же сделать со своим братом? Это точно доплавленный сыр? Картошка. Левый. Давай. Хобот. Дай мне камень, я его проглочу. Абсолютно натурально, блядь. Алексей, какой сегодня фильм? Но он смешной. Да, он смешной. Смешной текст. С ума сошли? У нас уже шрифт смешной. Идиот. Сумасшедший совсем. Я не сумасшедший. А впрочем... Это лазанья? Спасибо, Квантер. Спасибо, Квантер. Я не успел. Обязательно. А, давай. Всем спасибо. Вообще вкусно. Макароны. Кетчупа добавь. Курицу, давай, сейчас. Целиком, да? А, вот. Спасибо. Скотч ты проглотил. Он ест! Папочка доволен. Никто, абсолютно никто мимик. Когда ты голодный, блин. Квантер такой, ха-ха, у вас нету, ха-ха-ха.
Знаешь, как обезьяна с бананом. Да, обезьяна с бананом. Капец, у тебя новее версия Олега, чем у меня. Какая? У меня версия 2437, а у тебя 2438. Потому что там можно уже редактировать Олега своего. Ты как этап с кастомизацией Олега прошел? Вижу, что нет. Это эволюция. Ты должен кастомизировать своего Олега, нарисуй его. О, молодого человека. Потом кажется... О, нет. Офигеть, это я! А, это глаза. Капец, он на рыбу похож. Нет, смотри. Дурак смешной. Рыба-капля. Рыба-капля, реально. Алексей, я построил член в Майнкрафте, посмотри. Аха. Капец. Люблю, когда Олег... Так, а потом кисточку нужно... Это не сдох? Нет, он пока еще не умер. Ты продолжай ему писать сценарий. Ба. Вот это сценарий. Слушай, это прям так работает. Я прям чувствую здесь сакральный смысл. Колесо и голову людям срывают.